Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам, как организовать в программе 1С управления продажи товаров в кредит на примере заказов, то есть как это делается, чтобы вы могли видеть график платежей, контролировать сумму задолженности, контролировать то, что клиенты вовремя платят и каким образом все это оформить. Вот, во-первых, для того, чтобы все это организовать, это делается типовым соглашением, да, то есть нужно завести типовое соглашение. Вот я назвал его кредит 90 дней. Соответственно, что здесь нужно сделать? Здесь самое важное — это условия продаж. Во-первых, условия оплаты должны быть обязательно, требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре для того, чтобы мы могли четко контролировать сумму задолженности. Во-вторых, нужно завести график оплаты. Вот у меня есть график оплаты. Соответственно, графики оплаты, они заводятся в настройке NCI, да, то есть графики оплаты, NCI продаж. Здесь заводится график оплаты, который называется кредит 90 дней. Он выглядит следующим образом. То есть выбирается вариант оплаты, который называется кредит после отгрузки. Дальше срок дней. Первый платеж 30, второй платеж 60 дней и третий платеж 90. Ну, то есть примерно 3 месяца и процент платежа 40-40, 30-30. Соответственно, если вы там ошиблись в проценте, программа вам не даст просто это сохранить. Она скажет, что процент платежей должен быть равен 100. Вот, и при этом зеленым подкрашиваются проценты платежа, которые должны быть. Выбираете в типовом соглашении этот график оплаты. Выбираете склад, с которого будет отгружаться все. Выбираете срок поставки, это когда будет отгружаться. Ограничиваете обязательно ручные скидки, поскольку продажа в кредит — это уже, по сути дела, привилегии. И там еще если скидки ставить, то получается вообще неудобная. Ну, не то, что неудобная, да, если неправильная ситуация. Вот, устанавливаете вид цен дистрибьюторская, скидки ограничивать нужно. Вот, устанавливаете галку «Ограничить ручные скидки», и здесь у вас должны быть нули. Дальше можете заполнить прочие условия, уточнение по ценовым группам, цен на товары там, и так далее. Но суть в том, что вот, лучше это сделать там, по виду цен. И здесь, опять же, вы можете задать сегмент клиентов, для которого возможна такая привилегия, как кредит 90 дней, и сегмент номенклатуры. Вот, записали это типовое соглашение, и дальше вы можете уже приступить к оформлению заказа. Оформление заказа, создаем заказ, выбираем нашего клиента, вот, выбираем соглашение. Автоматически у него поставилось там соглашение, которое для него действует, а мы выбираем соглашение, которое называется «Кредит 90 дней». Вот, здесь устанавливаем договор. Я вот завел специальный договор кредитный. И что нужно сделать в договоре для того, чтобы у нас, во-первых, высвечивался там остаток допустимого кредита, а во-вторых, чтобы все работало, что нам, что у нас запланировано. То есть первое — это ограничение отгрузки, самое главное. Нужно зайти в договор и на вкладке расчета оформления здесь задать, что у нас детализация расчета не по заказам, а по договорам. И здесь установить запрет отгрузки при задолженности более там какой-то суммы, ну, которую вы можете там рассчитать индивидуально. И вот самое главное, что запретить отгрузку при наличии просроченной задолженности. То есть если эта галка установлена, то программа проверяет график платежей сформированный и запрещает отгрузку. Давайте посмотрим, как это работает. То есть вы подбираете товары. Допустим, это будут вентиляторы. Вот возьмем вот эту вот модель. Две штуки отгрузим. Перенесем в документ. Вот у нас установилась некая сумма. Давайте там 4 штуки отгрузим. 4 штуки отгрузим. И, соответственно, мы можем записать этот заказ и провести. Записать и провести. После этого у нас вот здесь, где галка оплата, у нас будет сформировано, что к оплате по графику кредит 90 дней.
к оплате под графику кредит 90 дней. И здесь дальше по номеру документа, да, то есть от 02.07, точнее по дате документа, добавится 30 дней, 60, 90. И, соответственно, установятся все вот эти суммы платежа, которые должны поступить к нам на расчетный счет, либо в кассу от этого клиента по этому договору. И, соответственно, если у вас не поступит вовремя кредитный платеж, да, то есть платеж по кредиту по со срочкой, то дальше клиенту по этому договору никакие отгрузки невозможно будет провести. И за это отвечает вот эта вот галочка при наличии просроченной задолженности. Вот таким образом это работает. Вот, соответственно, сформирован этот график, и дальше вы можете спокойно отгружать по этому заказу товары, и программа будет проверять и фиксировать, что вовремя поступили деньги по тому графику платежей, который здесь задан. Вот, и, соответственно, все вот таким образом прозрачно будет работать. И также вы можете посмотреть, каким образом ведутся расчеты по этому договору, что вот по нему отгружен там заказ клиента и к оплате такая-то сумма. Вот, и вы можете посмотреть, когда у вас должны поступить деньги по вот этому графику платежей. Все это попадает, естественно, там в систему казначейства, и там вы все это можете проверить. Вот таким образом работает отгрузка в кредит. Вот, ключевое здесь нужно создать соглашение. Нужно создать соглашение, у которого задать нужно график оплаты и указать, что условия оплаты требуются указания договора. Назначить вид цены и желательно ограничить ручные скидки. Дальше вы в договоре задаете на расчеты оформления детализацию расчета по договору, запрещаете отгрузку на сумму при сумме задолженности больше определенной суммы и обязательно устанавливаете галку при наличии просроченной задолженности. И тогда программа будет контролировать, что по вот этому графику платежей, который здесь задан к вам, поступят денежные средства вовремя, и запрещать отгрузку клиенту при наличии просрочки, даже минимальной, даже на один день. Вот таким образом это работает. Если вам нужно организовать продажи в кредит в вашей программе, настроить ее, то обращайтесь к компании Quadrilion, мы обязательно вам поможем. Большое спасибо.